когда все дома. Доброе утро! В эфире программа размышлений о жизни, в основном семейной, «Когда все дома». Сегодня мы с большой радостью, с двойной радостью, в гостях у Елены Глазковой и Глеба Матвейчука. Доброе утро. Доброе утро. Если бы я не полетел туда, этой встречи бы и не было, и Алисы не было. Поэтому это судьба. Насколько трудно решиться на создание полноценной семьи? У меня понимание произошло довольно быстро, потому что Глеб обладает теми качествами, которые для меня очень ценны. Он надежный, понятный, друг. Это быстро довольно-таки. Наши отношения развивались очень быстро. И как-то, мне кажется, так по-взрослому очень. Конечно, союз женщины и мужчины, он питает друг друга. Женщина вдохновляет мужчину. Мужчина дает силы женщине. Конечно, семья – это самое важное, что вот есть в этой жизни. Не я сказал, питает. Заметьте все. К 6 месяцам бытия отцом уже приходит молоко в голову. Да. А оно уже сразу долбануло, когда прям появилось. Глеб же был сам на родах. Очень помогал всю беременность, он был со всеми, на всех УЗИ он был, он нашел врача, где я рожал, с кем, да. То есть Глеб от начала до конца был со мной, и Алиску снимал, когда уже там ее вынесли, я даже не успела с ней побыть толком, вот Глеб с ней был на ручках. Но Алиса даже не поняла, что она родилась. Они замахнутся ли нам? Замахнутся. Когда все дома...